Похоже, что у Ким Кардашьян появилась серьезная соперница. И где? На Южном Урале. Это фото набирает сумасшедшую популярность в Фейсбуке. А девушку, гламурно отдыхающую на фоне дымящегося завода, уже прозвали Ким Карабашьян в честь города с самой плохой экологией в России. Карабаш, он... Так именно называется. Находится, кстати, в Челябинской области. Именно там и был сделан этот снимок. Комментируя это фото, пользователи состязаются в остроумии. А ведь еще минуту назад ее красные туфли были белыми. Или отдыхайте курортами Южного Урала. Но оказалось, что это вовсе не коллаж, никакой не монтаж. Фото настоящее, подлинное. И было сделано еще несколько лет назад. Ну а модель зовут Наталья Шпакова. Она, кстати, из Екатеринбурга. Зачем девушка рискнула сняться в купальнике в агрессивной среде, пока неизвестно.